Приветствую вас, уважаемые любители природы и активного отдыха. В сегодняшнем видео, нетипичном для моего канала, хотел бы записать то, как съездил за грибами. Сейчас конец у нас сентября, это 20 числа, год 2017. Выбрался в подмосковный лес, под Серпухом находится. Ориентир идет 92 километр, остановка. Вот. Хотел показать, в каком количестве здесь встречаются опята. То есть они растут и на земле. Также их очень много на деревьях. И по большей части на земле. Самая большая волна. Вот. Сейчас подойду поближе. Много. Такой он захламленный лес. Смешанка. Вот они опята растут. Довольно-таки крупные. Ну, плотные, хорошие. Их очень много. То есть для того, чтобы собрать там 2-3 ведра, особо много там времени не займет. Буквально ну, час максимум. Из грибов очень много попадается. Вот. Основной моей целью было это белые и подосиновики. К сожалению, в этот раз все мои излюбленные места не сработали. Вот, пришлось мне немного походить. Часа на 3 я ходил. Набрал, вот, остановился на время. Набрал я вот белое. Попадаются. Вот такие вот беленькие. Все грибы хорошие. По большей части брюзглых нету. Такое белое хорошее. Даже на срезе не червивое, ничего. Хорошее качество. Ну и подосиновики. Подосиновики там у меня внизу. Беленькие. Солдатики попадаются. Ну, набрал немного опят. Опят на засолку. Ну, соответственно, белое на заморозку. Погода стоит классная для осени. Температура окружающей среды где-то в районе плюс 13-15 градусов. Вот, теперь непосредственно насчет леса. Лес находится... Если ехать с Курского вокзала, то это будет платформа 92 километр. И как выходите... За спиной у вас находится электричка, то есть, соответственно, железнодорожный пути. И берете на компас. Я ориентируюсь по нему. В принципе, лес знаю, но все равно для подстраховки беру с собой компас. Беру компас направления юго-запад. И по компасу в этом направлении смело марширую, соответственно, юго-западном направлении. Это в сторону... автомобильной дороги, соответственно, в обратную сторону, если пойдете, это будет уже северо-восток. Вот. Компас всегда ношу с собой для подстраховки, потому что знание места – это знание. Тем не менее, здесь бываю не так часто, как хотелось бы. Ну, четвертый год посещаю данные места. Сегодня пятница, народ, как ни странно, довольно-таки много, но преимущественно люди пожилого возраста. Вот. Грибов много, очень много. Так что это здорово. Отдых, активный отдых. На следующий, наверное, дней через 5-6 выложу, наверное, видео на своем канале. Вот, по поводу рыбалки. Собираюсь я на Аку за хищником. Надеюсь, получится у меня все. Вот. Всем удачи. Отдохнуть. Ну, ни хвоста, ни чешуи. Ну и, соответственно, всем удачной, тихой рыбалки.